Добрый день, уважаемые зрители, добрый день, уважаемые коллеги, подписчики моего YouTube-канала. Меня зовут Апокин Александр. По оформлению вот этого ролика вы, наверное, уже поняли, что дальше пойдет речь о правдивой стоматологии профессора, врача-стоматолога-ортопеда, главного врача клиники «Стоматологическая жемчужина» из города Смоленск, заведующего кафедрой ортопедической стоматологии Смоленского университета медицинского, Балмасова Николая Николаевича. Значит, ну, без каких-либо прелюдий сразу начнем о ролике. Новый ролик на канале вышел у Николая Николаевича подряд. Сейчас идет целая череда, один за другим, все ролики жуть полнейшие. И, в принципе, по содержимому. Сама тематика у Николая Николаевича уже дублируется, то есть он уже выпускал на эту тему ролики, он теперь как бы еще раз повторяет одно и то же. Но что добавляется в этот ролик? В ролике присутствуют заимствованные иллюстрации. Иллюстрация, ну, красивенькая такая, там зубы в полупрозрачной десне, показано, что удален нижний шестой маляр, и происходит феномен Попова Гадона. Николай Николаевич является автором учебника по ортопедической стоматологии. Собственно говоря, для студентов, для читателей таких учебников, феномен Попова-Гадона – это наклонение зубов в сторону отсутствующего зуба или отсутствующего антагониста. Он всегда, этот феномен, описывается чаще именно в ортопедическом разделе стоматологии, поэтому у Николая Николаевича в учебнике такая тема есть, и она как-то там описывается так или иначе. И вот я все время смотрю на его видеоролики, когда происходит заимствование иллюстративного материала без каких-либо ссылок, без каких-либо референсов того, что это, откуда взято. Я всегда думаю, вот каким же дерьмом должна быть собственная книга, чтобы из нее не использовать свои иллюстрации, а использовать чужие. Я думаю, что надо купить этот учебник и посмотреть, что реально-то с этими картинками не так у него в учебнике, почему он не использует свои. Само все это видео, посвященное тому, что удалить, молочный или постоянный зуб, вот если вы удалили, что делать, это видео с такой, знаете, информационной продажей вам прошлогоднего снега. И Николай Николаевич начинает разбирать, что делать, когда этот зуб удалили. И надеяться, что это видео нам будет полезно. Меня очень удивляет логика. Когда ребенку удалили не по показаниям физиологической смены зубов молочный зуб, по причине, допустим, тяжелейшего обострения апикального периодонтита. Его удалили с целью сохранить, хотя бы как-то оберечь от воспалительных изменений зачаток постоянного зуба. Это уже трагедия. И очень классный совет. Спросите у хирурга, нужно ли делать ортопедическую съемную пластиночку ребенку или нет. Знаете, Николай Николаевич, вы же нам постулируете, что ортопед самый главный. Что он вот, в общем, как бы за все там решает. Почему надо это у хирурга спрашивать? Вы настолько непоследовательны в своих советах, что это очень хорошо вас охарактеризует. Вы бы вот попробовали как-нибудь при случае удалить маленькому ребеночку с обострением периостита по показаниям хирургическим молочный зуб. И вот когда у вас вся эта процедура закончится, я очень хочу посмотреть, сколько вы забудете сказать родителям, и сколько они забудут спросить у вас относительно того, там, а когда нам имплант потом ставить на этот зуб. Это мы коснулись только молочных зубов. Значит, удаление молочных зубов вот физиологичное по показанию только одному. Зуб сильно подвижен, полностью резорбировался корень, зуб держится в мягких тканях десны, ребенку больно кушать,
такой зуб можно удалить. В зависимости от, так скажем, тревожности ребенка, пропажи аппетита, и это не требует замещения никакими съемными пластинками. Я понимаю, что удобно продавать шлепанцы не только взрослым людям, но еще и вот детишкам хочется этих, значит, съемничков наштамповать. Вот при такой физиологичной смене молочных зубов не требуется. При вот такой трагическом удалении молочного зуба, может быть и да, но здесь, опять же, нужно не у хирурга консультироваться, Николай Николаевич, а у ортодонта. У вас вообще в семье есть богатая ортодонтическая традиция. Почему вы все время вот как-то ортодонтию, все время по боку вот как-то пускаете? Почему у хирурга надо консультировать съемные пластинки, детские аппараты, а не у ортодонта? По-моему, это очень логичная последовательность. И вот там ортодонт на основании дополнительных методов исследования, как вы нам рассказывали про различные способы рентгенографического исследования, сможет понять, в каком положении зачаток и формирование корня постоянного зуба на месте удаленного молочного и какие перспективы к его росту, и нужно ли сохранять для него место, или челюсть растет хорошо, и это не требуется. А может быть, там надо делать не съемный аппарат, вообще не то, что вы нам посоветовали в видео, а именно несъемный аппарат для раздвижения челюсти в ширину, чтобы создать место для прорезывания постоянного зуба, потому что там вообще нет перспектив к его нормальному прорезыванию. И вот там нужен не несъемный аппарат, а несъемный аппарат. Это вот первое. Относительно удаления постоянных зубов у детей в сменном прикусе, ну, мне кажется, это еще большая трагедия. Это именно трагедия. Одна из наших национальных трагедий — состояние здоровья наших пациентов и их детей, если у них происходит, ну, такое состояние, что у них, у детишек, только-только прорезавшиеся шестые зубы надо удалять. Давайте вот здесь поговорим о том, а в каких условиях, у каких родителей у ребенка будет такое состояние зубов, твердых тканей, что ему нужно удалить шестой зуб. И почему сразу удалить? Почему не полечить? Тем более, если как бы это зуб постоянный. Ну, там могут быть не сформировавшиеся, не завершившие свое формирование апексы. Но у детей не очень плотная кортикальная пластинка. Она очень хорошо склонна к регенерации. Может быть, просто его вылечить? Почему сразу удалять-то? Детишки прекрасно лечатся скафердамом. Скафердамом можно решить очень много эндодонтических проблем. При применении хороших адгезивных материалов эти зубы хорошо долго служат. Ну, то есть у вас какие-то методы вот такие очень-очень ограничены. Это вот, по сути, видео, пропагандирующее стальные коронки, радикально ухудшающие качество жизни наших пациентов. Вот пропаганда удаления постоянных зубов детям — это, по-моему, еще хлеще, чем цельнолитые коронки. Далее. И самое-то главное, может быть, пробовать записывать видео на тему профилактики ухода за зубами у детей, чтобы не доводить до разрушения молочных зубов, чтобы не доводить до разрушение постоянных прорезавшихся зубов. Потом ссылка на ваши собственные личные научные работы. Мне тут подсказали мои подписчики, что вы не называете ни название статьи, ни ваших соавторов по причине того, что они не заплатили вам за интеграцию в ролике. Вот, вы спокойно расскажите, что за статья. Ну, нам интересно, какие результаты там, мы почитаем, посмотрим. А то вы просто так, в общем, вот там у каждого четвертого одного, одной шестерки нет. Какие выводы из этого?
Что с этим тяжело и плохо жить? Конечно, тяжело и плохо жить. Но у нас, я уже в прошлом видео записывал, у нас все зло идет из института, того, как учатся люди. Вот эти все проблемы с профилактикой, это наглядный пример уровня понятия врачей о профилактике, из которой они выносят из вузов. Все кафедры профилактики, они так или иначе аффилированы вот к тому, что рекомендовал Стар. Все одно только. Вот Colgate, Colgate и еще раз Colgate. И это совершенно не является рекламой этого бренда, который я сейчас упомянул. Ничего хорошего нам этот бренд не принес. Дешевые китайские нейлоновые щетки, приносящие только стирание клиноидных дефектов в области шеи и зубов. И самая дешевая паста. Потому что в разных странах продукция компании Colgate имеет очень разный состав. Соответственно, с разной ценой. Ну и что? Мы получили продукты для стран третьего мира, которые просто пролоббированы на кафедрах профилактики, что чистите Colgate, там у вас будет все в порядке. У нас очень низкий уровень и преподавания профилактики, и учебных материалов профилактики. Поэтому и врачи выходят вот такие, как вы, вот, например, да, который считает, что ортопед должен отвечать за гигиену, ортопед вам почистит камни вокруг коронок, там, ну и вообще у вас как бы вот гигиенический провал в тематике видео чудовищный. В частности, вот уже дальше давайте советовать, как удалять зубы, как замещать дефекты в этих зубах, в зубных рядах. А надо-то не дефекты замещать в зубных рядах. Надо чистить зубы, деткам, надо объяснять родителям, что и детей с молочными зубами надо водить на профессиональную гигиену полости рта, приучать детей к вот этому образу жизни, к вот этому качеству. Вы говорите все время, давайте относиться к собственному здоровью качественно. Вот в чем качество жизни. В том, чтобы приучать детей к тому, что это нормально. А там, глядишь, и родители поймут, что профессиональной гигиеной надо заниматься. Тогда есть шанс на то, что сформируется и вырастет здоровое поколение детей без дентофобии. Когда будет дефицит квалифицированных специалистов по профессиональной гигиене полости рта, врачей-гигиенистов стоматологических. А у нас всю гигиеническую работу делают терапевтши, которые вот не могут молочный зуб вылечить без кафердама. Точнее, с кафердамом не могут это сделать. И постоянные зубы лечат без кафердама. И еще заодно камни скоблят. Там, так что вот человеку предлагаешь, что вам надо профессиональную гигиену пройти. Он белеет, покрывается холодным потом и говорит, это что, мне опять десну будут рвать крючьями? Вот это наша профессиональная гигиена полости рта. Ну вот как бы вот это видео в совокупности заимствованные иллюстрации, все смешано в одну кучу, удаленные молочные зубы, удаленные постоянные зубы, вместо рекомендаций профгигиены, ну у нас такая профгигиена, либо Colgate, либо десну рвать крючьями. Вот шикарно. У пациентов, конечно, альтернатива такая, что вообще не лечиться. Очень слабое видео с очень мутными рекомендациями. И я считаю, что акцент в этом видео смещен с попытки предотвратить проблему на попытку латать зубные ряды съемными аппаратами для детей. Комментарии не требуются. Все как обычно, типично. До следующей встречи. Thank you.